Бережная строит, а кто строит, кто не знает. Кажут, что там раньше был стадион. Да, там стадион. И никому не давали перед этим ділянку, а вот цей раз дали. Там, говорят, там три участка дали. Под забудову, да, цей будинок? Это, короче, заместитель, по-моему, Сальдо, по-моему. Бережная? Да. Ну, просто как футбольное поле было, как стадион, да, там собирались, играли, там футбол. Бережная строя. Мэра будущего, чи що? Будущего? Временного? Херсона? Да, временного, женщина. Бережной? Да. А откуда, откуда вот местные жители знают, что там строится Бережная? Потому что участок оформлен не на нее. Ну, и все говорят, что Бережная. Ну, а приезжает, да, она сюда или как? Да, конечно. А я же приезжаю, конечно, я же. Она строит. А говорят, там стадион раньше был, да? Да, там стадион, дети гуляли, все забрали стадион. Позабрали, они просто забирали с потішка все. Тихенько, так, йде з потішка, там ліжка не повністю пороздавали жінки. З потішка. Там наші сусідята забрали. Участок? Так, сім'ї, що наші забрали. Так розбирали, там з потішка, всі тихенько, спокійно забрали, вже.